косточки хурмы разложила. Вот здесь вот у меня одна растет. Сейчас покажу. Вот она, видите? У нее маленькая сбоку козявка. Вот она уже была чуть меньше, когда я ее нашла в хурме. Я решила ее туда положить. Она уже, правда, лежит давно. Уже недельная с лишним, две, может быть, больше стало. Ну и тут вот я сегодня еще доложила. Вот, у них внизу немножко водичка, такой контейнер из-под огурцов. Вот, здесь у меня авокадушки мои стоят. Одна вон подгнивает сбоку, черненькая. И еще одна вон там, вот она. Тоже. Она тоже сбоку подгнивает, я ее отдельно поставила, чтобы эти не цепанули. Видимо, вот все-таки они бывают разные. Сегодня вот я поставила еще одну. А вот здесь, кстати, моя авокадушка. Смотрите, у нее кость какая гигантская, огромная. А ведь я помню, она была маленькая. Она еще у меня целую неделю просто лежала. Высохла, ну такая вся сморщилась, высохла. Я потому что не знала, как ее проращивать. И забывала посмотреть ролик. Потом посмотрела, поставила. Но она недолго стояла у меня, быстро проросла. Эти вон стоят. У этой точно ничего нет. Эту я сегодня поставила. У этой я решила не снимать кожуру, попробовала экспериментом так. Она, кстати, у нее вот уже кожурка эта треснула. И другие вон две стоят. Навряд ли, я думаю, что они проросли. А, проросла! Ура! У меня вот еще авокадушки. А это? А, и там тоже проросла. Супер! Так, вот это вот. Я думала, вот операцию, думаю, может быть, ей сделать. Нет, не проросла. Так, а здесь? Здесь что-то непонятное. Ну, вот она непонятная, вот это вот было как раз. Ей надо, наверное, снять эту кожуру. Ну, попробуем, ладно. Ей будет сложно, конечно, сложнее всего. Вот, и еще на подоконнике у меня штук 5, наверное, лежат целых авокадушек. Мне уже их, честно говоря, ставить некуда. Эти вот были из-под йогурта Диминого. Все-таки на такие стаканчики собирать на всякий случай. Они маленькие, компактные. И у них будут крышки не такие длинные. Потому что вот это вот как раз вот стояло в таком стакане, по-моему. И он был у нее длинный, вроде бы. Не помню уже. Где-то в роликах они есть. Так, здесь вот у меня, смотрите, долларовое дерево. У него, смотрите, росток вырос один. Тут вот второй, вон он виден. И... А! Три. Подождите, где? А, вон третий. Вон он же где вылез, представляете? Аж там. Ба! Я думала, они только из картофелины вот этой вот вылазят. Они. Короче, скоро у нас будет огромнейшее пополнение в семье среди цветов. Здесь вот прям он что-то вообще стоял-стоял, столько времени вот это вот выросло. Тут вон уже я две срезала, две или три. Или три, раз, три. А, три штуки, да. И тут вот это вот вообще как беременная, как будто бы она выросла недавно. Здесь авокадушка тоже, она вот растет. Здесь вот она вот подсыхала, это мы, когда нас не было дома с ребенком. Никто не поливал ее. Здесь вот тоже она немножко поджелтела. Немножко я забыла ее полить, не успеваю. Мотаешься, мотаешься по дому. Кошмар. Устал так. Так, здесь вот у меня, смотрите, декабрист. У нас декабрь. Так, ноябрь, декабрь, да. Декабрист зацвел розовеньким. Так, это у меня зацвел вот этот. И у этого я тоже видела где-то росточки тут. Там у кого-то вот отпал даже. И там он зебры. И там, кстати, вот это вот как раз ростки от этой вот розы. Надо их пересадить. Сейчас нужно мне пробраться на балкон, забрать оттуда землю для розы, взять горшки. И надо их пересадить, потому что они уже довольно давно стоят. Уже там, вон они, корешки уже выросли. А этот, видите, подгнивает сверху. Не знаю, я думала вот отрезать сверху ему. Посмотрим, что там. Ну, нет, конечно. Косточки там в помине нет. А это вот, кстати, по-моему, авокадушка другая немножко. У нее кожура была сверху белая, а внутри темная. А у других сверху темная, а внутри белая.
есть она вот, по-моему, как раз вот это была наоборот. Потому что я помню, она узкая была. Вроде бы она надо было подписать. Вот. И тут вот мои дебри. Никак он у меня не цветет так. И не начал цвести. И удобряла я его и так, и сяк. И папа приезжал. Это папин цветок. Советы рассказывала, что надо вот тут открыть вот росточек. Вот я открыла. Что, может быть, почка под землей находится. Открыла я ее вот. Но все равно вот она начала расти. Здесь вот, не знаю, короче, что он у меня не цветет. Уж прошло, наверное, он уже не цветет года два, наверное, точно. Как поставила, я помню, эти бутылки перевернутые в землю ему. Он цвел в этот момент. Цветы завяли у него. И все, мы уезжали. Надо было лучше залить как следует. Попросить потом полить кого-нибудь. Чем так. А тут прям мне нравятся мои декабристы. Такой, смотрите, уже длинный. Я люблю, когда вот так вот цветы свисают. Они такие классные, такой красивый. Я обожаю декабриста. Вот. Вот это вот поменьше. Это вот в горшке хорошем стоит. Им тоже. Я уже землю им приготовила. Им нужно подсыпать земелечку всем. Всем, да. И кактусам, кактусы. Я вообще хотела пересаживать летом. Но они вон, смотрите, как выросли. Целый день на лоджии стояли все лето. И вообще там такие дикобразы, вон, ужас, выросли как. Ну, я не, решила не пересаживать пока. До лета пускай стоят, а летом, наверное, не знаю, посмотрим. Горшки вот я купила, им купила горшки, чтобы их пересадить. Но буду, наверное, туда эти вот розы вот пересаживать. Еще надо горшки докупать. Когда-то я в свое время горшки отдавала бесплатно, помню. Не хотела больше цветов. Еще женщина забирала и сказала, зря вы отдаете. Говорит, когда-нибудь у вас будет много цветов. Я, нет, нет, не надо никакие цветы, нафиг, надоели. Помню. Так, я обиделась на цветы. Я покупала в магазине цветы, а они у меня все засохли почти. Постепенно засыхали. Я так 1000-2, наверное, потратила на них. Они что-то магазинные, очень сложно выращивать, они быстро домой приносишь, и они засыхать начинают. Вроде поливаешь, поливаешь, поливаешь. Вот. А сейчас опять уже снова. Это вот вообще хлорофиту. Это вот детка от того цветка. Случайно, чисто случайно ее срезала. Это была вот самая маленькая детка, самая хиленькая такая. Еле-еле прям вот, я еще помню, бабуля была дома. И бабуля говорит, выкинь ее нафиг, она у тебя не прорастет, из нее ничего хорошего не получится. Выкинь. А я подумала, да, я дам ей шанс. Смотрите, какая она красивая выросла. Сейчас с другой стороны подойду. А была ведь вообще самая хиленькая была. В итоге все, по-моему, у меня погибли, а она вот одна осталась. Не вместе. Но она не поливала я ее. Ее, наверное, тоже надо пересаживать уже. Вон она какая огроменная выросла. Красивая. Я ее полила немножко, по-моему, сегодня. Или нет? Не помню. Она позеленее немножко будет. Когда у них свет тусклый становится, значит, ее не поливали давно. Вроде. А, ну неделя вообще-то почти у меня проходит. Понедельник, я их по понедельникам поливаю всех. Ну, какая красивая стала, да? А была она вообще хиленькая, тоненькая. Там у нее крышочек еле-еле там какой-то был непонятный. Вот. Не должна была выжить, а выжила. Молодец, я прям ее это хвалю постоянно, она мне прям нравится. Как особенность какая-то. Показала вам сегодня свои цветы. Думала, по-другому влог начну.